Noble Audio Falcon Pro – аудиофильские ТВС-наушники гибридного типа от известного американского производителя. На 2021 год это максимально доступное качество звука среди всех ТВС благодаря профессиональному тюнингу создателя Noble Audio доктора Джона Молтона. Продвинутое звучание обеспечивается тремя излучателями – два арматурных и один 6-мм динамик с трехслойной мембраной с титановым напылением. Умеренно акцентированный бас демонстрирует динамику. Высокие частоты отыгрывают звонко, детально и экспрессивно, с оправданным количеством и выверенной атакой. Аудиопотенциал подчеркивает просторная, читаемая стереопанорама, которая раскрывает потенциал даже сложной музыки, построенной на симбиозе живых инструментов и современной синтетики. Отдельно стоит упомянуть глубину звука и в целом драйвовый характер звучания. Falcon Pro работают на базе энергоэффективных DSP-процессоров Qualcomm QCC3040 с Bluetooth 5.2. Прошки поддерживают кодеки SBC, AAC и aptX, поэтому музыка в нежатых форматах при передаче проходит меньше компрессию и доходит до вас, практически не теряя разрешения и детализацию. Корпус из матового пластика и металла. Рифленые фейсплейты из алюминия выразительно синего цвета. Благодаря обтекаемому продолговатому корпусу наушники носятся комфортно. Тач-панель с чувствительными сенсорами. На чаше есть светодиод с умеренно ярким свечением. Хорошая новость для любителей заниматься спортом или слушать музыку под дождем. Falcon Pro предусмотрена защита по стандарту IPX5. Имеют встроенные микрофоны со средним качеством передачи речи. Функция Hear Through позволяет услышать окружающие звуки, не снимая наушники. Автономность – еще одна сильная сторона. Полный заряд обеспечивает до 10 часов музыки. А в самом кейсе есть еще 3 полных заряда. Кейс, кстати, с беспроводной зарядкой QI. Доступно фирменное приложение Noble Sound Suite. Настройка эквалайзера, функция Hear Through, настройка управления тапами. Послушать Noble Audio Falcon Pro можно в наших салонах персонального Audio Sound Mag в Киеве, Днепре и Одессе. Ссылка в описании.